Здравствуйте, русскоговорящие партнеры. Меня зовут Ила Май. И я хочу вас обрадовать, что я организовала для меня лично прекрасную встречу с двумя лидерами. И, можно сказать, с этими двумя женщинами я познакомилась, ну, можно сказать, от Бога случайно, потому что в моих планах было путешествовать по всему свету. И вдруг я вижу, что Ирина и Ольга занимаются таким прекрасным бизнесом, такой компанией. И я честно вам скажу, что я очень волнуюсь, потому что это действительно мои мечты. Я сама одесситка, родилась в Одессе, всю жизнь путешествовала на больших лайнерах. И когда я увидела презентации Иры и Ольги, я сказала: «Вау, наконец-то мои мечты сбываются», я с ними связалась. И сегодня, по моей просьбе, я встречаюсь с двумя большими лидерами этой компании. Компания называется In Crisis или In Cruises, как вам удобно говорить. И это международная компания, которая организовывает путешествия на больших лайнерах. Мало того, еще можно, конечно, и заработать. И вот поэтому я хочу сегодня поговорить с этими прекрасными женщинами, двумя лидерами, для того, чтобы открыть секреты, как мы можем путешествовать, как мы можем зарабатывать, как мы можем жить красиво и получать от этого удовольствие. Ира, ты здесь? Ольга, ты здесь? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Если кто-то чувствует мое волнение, оно естественное, потому что так как я сегодня волнуюсь, несмотря на то, что у меня большой опыт говорить в Hangout, я сама и коучер по изобилию, вот, но простите меня, но я все сделаю для того, чтобы вы почувствовали мои эмоции. Ира, дорогая, ты первооткрыватель. Пожалуйста, расскажи о себе, как ты до этого дошла и почему ты здесь. Спасибо большое, Хила. Здравствуйте, друзья. Я очень благодарна за этот круглый стол, что нам сегодня Хила организовала. Пусть нас всего только трое, но это не важно. Нас будет очень много, и у нас уже команда строится. Просто мы хотим обратиться и к вам, тем людям, которые еще не знают о той замечательной возможности, которая предоставилась уже для нас, и также мы открываем для вас. Меня зовут Ирина Аронец, кто меня еще не знает. Я имею большой опыт ведения бизнеса в интернете. Уже свыше 10 лет я здесь зарабатываю деньги и больше нигде. Ну и не хочу больше нигде, потому что мне это нравится. Бизнес из дома, здесь очень много возможностей. Но почему я в круизном клубе? Потому что меня просто сама судьба привела к нему. Я сама родилась на Украине, по образованию преподаватель, работала долгие годы там преподавателем на Украине, потом переехала в Грецию, уже 20 лет практически здесь живу в Греции, и также работала в сфере туризма, йот-туризм, то есть яхтенного туризма 8 лет, и просто обожала все, что связано с морем, с круизами, с лайнерами, с яхтами, это что-то, это фантастика. Во-первых, это самый лучший вид отдыха, который может быть в мире для любого человека. Это шикарно, это красиво, это доступно уже стало и для нас благодаря круизному клубу. Но в то время, когда я там работала, я могла только мечтать о том, чтобы и путешествовать, хотя раньше я путешествовала много, но чтобы путешествовать сейчас и продолжать это делать, может быть, и всю свою жизнь, и иметь бесплатные, причем круизы, и плюс еще зарабатывать деньги на этом. Вот об этом когда-то я мечтала, просто мечтала. А вдруг в этом году, в январе 2016 года, этот бизнес просто мне пришел на мой email. Мне прислали его из Америки, и я просто сделал мне клик. Мое сердце ёкнуло, так сказать, я не могла пройти мимо. Я сказала: вот, это то, что я хотела. Неужели он появился, этот бизнес? Я, конечно же, начала его изучать очень подробно. Все на английском языке, не было еще на русском. И сразу, конечно, у меня страсть появилась. Потому что, во-первых, это очень серьезный, это очень надежный, это очень долгосрочный бизнес. Он представлен теми людьми, которые работают, живут в Майами, Флорида. У нас вопрос насчет этого. Да, я извиняюсь, меня уже понесло, да? Конечно, я Оле передаю, да, моя Оля, наша горячо любимая Оля, которая у нас прекрасно ведет вебинары и тоже она с нами поделится. Так что я, конечно, заговорилась, но для начала много. Оля, пожалуйста. Я чувствую, что...
Да, здравствуйте, дорогие мои друзья. Спасибо за такую шикарную встречу, за потрясающую возможность пообщаться, ответить на ваши вопросы. Меня зовут Ольга Ра. Я буквально одна из первых увидела тот материал, который Ирочка для нас перевела. Я ей безумно благодарна за это, потому что я точно так же, как она, мечтала всю жизнь путешествовать. И моим первым бизнесом на заре перестройки в 91-м году была компания, которая занималась туристическими путешествиями. Она называлась тогда «Арх-круиз», хотя ни о каких круизах тогда речи не было. Но вот так вот судьба меня привела в этот клуб, и мы вместе сейчас это развиваем, гордимся этой компанией, очень-очень счастливы. Вот. Хила, давайте, может быть, у вас какие-то есть вопросы, касающиеся именно бизнеса, возможностей. Ирина сказала уже, что это и бизнес, и путешествие. В общем, все здесь в одном флаконе, как говорится. Я хочу сказать, что я очень рада, что я, в общем-то, не только говорю с сетевиками, я говорю с людьми, которые имеют опыт в сетевом бизнесе. То есть вы профессионалы. То есть это не то, что вы заинтриговались чем-то, вы люди, которые, что называется, варились в этом, да? Да, да, да. Ты хотела сказать в традиционном бизнесе. Да, 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 в традиционном. Есть, да, действительно, это так и есть. Персоналы. То есть вы можете оценить, насколько этот бизнес грамотный или неграмотный. То есть это не то, что я. Я люблю корабли путешествовать по всему белому свету, а вы с профессиональной точки смотрите на этот бизнес, да? Ну, это громко сказано, потому что это не так долго продолжалось, но тем не менее, вот такой эпизод в моей жизни был. Вот. А вот сейчас, если фотографию видите, то сзади меня как раз интерьер очень классного лайнера, который назывался «Сплендида», и мне повезло, с одной компанией мы путешествовали на этом лайнере, и я действительно влюбилась вообще. Это просто потрясающий отдых. Лучшего просто быть не может. И то, что компания сделала, что мы можем это по сетевому маркетингу продвигать, легальному причем, ну, классическому, традиционному, который рассчитан на долгие-долгие годы, это просто фантастика. И мы каждый день встречаем наших гостей в нашей комнате вебинарной. Мы ответим на все ваши вопросы. Ольга, мы об этом еще поговорим. Ирина хочет пару слов сказать. У меня к ней специфический вопрос. Ирина, кто руководитель этого бизнеса? Расскажи. Мне лично это важно, потому что я профессионал, я не могу продавать манки бизнес, что называется. Окей. Почему ты как профессионал кто руководитель этого бизнеса? Очень-очень уместный вопрос, Хила, спасибо, потому что действительно и для меня лично тоже важно, кто руководит бизнесом, кто его создает, а не просто как бы какая-то реклама, да. Вот, поэтому, увидев то, что увидев, я начала изучать очень подробно и, конечно, вышла на руководителя, создателя, основателя этого клуба. Имя является Майкл Хатчесон, очень известное лицо, публичное лицо в Америке. Он ведет различные телешоу, передачи, где встречается с известными бизнесменами, миллионерами, которые создали себя и свои бизнесы уже много лет. Он является первым учителем коуч-бизнеса Тони Робинсон. Я думаю, что вы все знаете, кто он сейчас. Он уже учит всех нас и многих научил. Я также по его тренингам училась в интернете бизнесу, ведению бизнеса. Да, поэтому этот человек создал этот клуб. То есть это его идея. Но, конечно, при помощи его друзей-единомышленников, тех же бизнесменов. То есть он не один руководит. Это его идея. Он является директором SEO-маркетинга. Он сам ведет вебинары, тренинги. Практически каждый день, бывает и два раза на день. Он встречается с людьми на земле в разных штатах Америки. Этот бизнес полностью официально зарегистрирован уже во всех штатах Америки. Причем это не то, что они начали в этом году. Они работали много лет в ассоциации, в первой, самой лучшей международной, самой мощной, большой ассоциации по круизному туризму. И LLC, вы ее все можете найти в интернете. Мы также можем показать все документы, все страницы и нашим партнерам. У нас весь материал есть. Вот. И я сама вышла на руководителя и тоже с ним общалась. У нас тесное общение, мы общались и с партнерами. Поэтому мы с ним очень интересно работать. Это очень умный человек. И вот это еще одна причина, почему я здесь. Потому что сайт, во-первых, очень разработан профессионально, грамотно.
маркетинговых инструментов очень много. Все есть, программы круизов есть в кабинете на 2 года, все у нас есть. И тесная поддержка с его служащими, с саппортом, с поддержкой, с операционным отделом, где бронируют круизы, мы уже забронировали круиз командой. То есть все очень честно, очень порядочно и очень профессионально, грамотно разработано. Поэтому очень легко работать. Ирина, то есть через тебя, ты как представитель русскоязычных, то есть ты понимаешь английский, то есть мы можем через тебя быть в контакте с компанией, все выяснят так, как надо, да? Да, мы так уже и работаем, вот 3-й месяц, Оля подтвердит мои слова, потому что мы с ней начали вместе, вот, и мы с ним общались, и Майкл, несмотря на то, что он настолько занят, и вообще я потрясена, как этот человек все успевает, он еще и может общаться с такими простыми людьми, как мы с вами. Вот даже у нас были не партнеры еще, просто люди, которые хотели задать ему вопросы, даже еще не в клубе. И все равно он вышел навстречу и в Skype, и где в Hangout, он отвечает на все вопросы. Сейчас еще сделал вебинары в живом эфире, то есть у нас через наш кабинет уже проводится. Ирина, дорогая, давай почитаем. То есть любой человек на белом свете, окей, может сегодня зайти в сайт, нажать кнопочку и послушать наши презентации, которые ведет Ольга, и презентации на английском, и всегда, то есть мы не должны бояться, что мы не знаем английского, и что с этим делать, можно зайти в сайт, да, нажать на любой человек, который не знает русского, он жмет, слышит презентацию, и может для себя решить, что ему делать, да? Безусловно. Значит, что касается, сейчас говорим сначала о тех, нажав кнопку, если нажмите кнопку, то зайдете в кабинет, вы будете видеть массу уже записанных тренингов и вебинаров от Майкла Хатчисона, президента клуба, и от его директора по развитию Абеля Претти, который является испанцем, но он тоже живет в Майами, и на испанском также проводит вебинары каждый день. Вот, и на русском, конечно, в кабинете еще нет, но на русском мы проводим, вот как бы я первая перевела там, да, потому что мне очень понравилось, а потом уже мы начали, да, проводить, делать свои видеопрезентации, сейчас Оля делает вебинары, у нас есть чат, у нас есть масса готовых видео, да, все готово, весь полный материал. Мы этот бизнес развиваем не только для русскоязычных, мы тихо, спокойно и легко можем развить его по всему свету, да? То есть посылаем ссылочку, человек заходит, находит вебинар и решает, как ему быть. Нам его не надо дергать, мучить и там упрашивать, да? На весь готовый материал. А что касается на английском для всего мира и испанском, так у нас есть готовые шаблоны, готовый автореспондер прямо в кабинете, где вы, нажав одну кнопочку, можете разослать всем. И профессиональный шаблон для партнеров, и профессиональный шаблон для членов, потому что тут есть вход для членов отдельно для партнеров, то есть для тех людей, которые хотят просто быть в круизах, или же для тех, которые хотят быть партнерами. Все есть, и постоянно еще дополняется. Потрясающие новости. То есть у нас возможности открыты, чтобы русскоязычные не думали, что это только там по-русски, и мы ограничены. То есть мы открыты для всего мира. Да, и причем миссия этого клуба, что еще хочу добавить, почему мы открыты, это первый международный круизный клуб в мире, вот сейчас создан, такого еще не было. Почему? Потому что вот его создали люди, которые позволяют себе, они имеют, они миллионеры, они в круизах постоянно, 2-3 раза в год, может и чаще, да, по разным странам, по разным морям, океанам, но... Конечно же, они видят, что не все люди мира могут позволить себе круизы. То есть до этого времени, хотя это самый мощный международный бизнес, где дает самый мощный товарооборот в миллиардах, 40 миллиардов в год, да, и свыше 24 миллионов пассажиров в круизах. Но, тем не менее, со всего мира пока только 3% людей участвуют в круизах, а путешествуют, а 20% из них американцы. И вот они посмотрели, что надо создать такие условия, чтобы люди из других стран тоже могли. И поэтому что нужно? Конечно, доступные цены. Вот этот клуб это позволяет. Вы здесь, зайдя в этот клуб, став его членом, сможете иметь наполовину дешевле эти круизы. Вы больше не найдете таких цен нигде, потому что так разработан план нашего круиза, бизнес-план. Ну и плюс еще можете быть бесплатным. Это уже я расскажу чуть позже. Давайте. Я перехожу сейчас. Спасибо, Ирина, за понятную очень информацию. И лично для меня каждое твое слово открыло для меня большие возможности и понимание работать в этом бизнесе. Ольга, возвращайся. Да, слушаю.
Ольга, вы открыватель этого бизнеса, и Ирина сделала потрясающие ролики, и ты взяла на себя вести ежедневные встречи. Потрясающе. Коротко, ясно, понятно. Класс. Открой нам секрет. То есть это в общем-то, не секрет. Почему я это делаю? Нет. Вот мой вопрос. Какая изюминка этой партнерской программы, и как мы можем путешествовать здесь бесплатно? Ага, замечательно. Значит, партнерская программа у нас до 5 уровней, да, и вы можете, пригласив, скажем, людей, своих близких, знакомых, да, точно так же увеличиться в размерах и достичь структуры минимум, там, я не знаю, скажем, 3000 человек, это просто минимум, да, если у вас всего 5 в первой линии. Какой же доход вас ждет? Вас ждет доход до 50 тысяч. Ольга, желательно получить 5 первых для того, чтобы что? Во-первых, для того, чтобы иметь бесплатные путешествия, вам нужно всего 5 человек, 5 туристов. Представьте себе туристическую компанию, да, где всего 5 туристов и директор путешествует бесплатно. Такого еще не было, и в нашей программе это основа. А? Я получаю маму, моих друзей, моего брата, и соседа с дома, 5 да. человек. Да, 5 человек вы приглашаете, И я могу путешествовать бесплатно? Или да, вы можете путешествовать бесплатно, но при этом вам необходимо быть все-таки партнером данного круизного клуба, потому что здесь именно таковы правила. То есть сами члены клуба, они путешествуют, экономят и путешествуют, а вот уже партнеры, они зарабатывают, и когда они приглашают всего 5 членов клуба, они уже путешествуют абсолютно бесплатно. Вот такой подарок нам сделала компания. Это у меня просто, я просто не знаю, что сказать еще. То есть, я зашла несколько дней тому, нет, не несколько дней, это где-то полгода тому назад. Вы знаете мои планы, я вообще хочу жить на корабле, не путешествовать. Да, нас это очень поразило и потрясло с Ириной, мы были просто в восторге, что мы наконец-то нашли человека. Да, я тоже в восторге, потому что это у меня тоже тайное желание. Я так и сказала. Я хочу в Израиле путешествовать. Мои мечты, я даже до дома эти брошюры не донесла, их выбросила там. То есть, потому что это не восстановлено. Когда я услышала у Ирины и от Ольги, что надо только 5 человек, я вам скажу, что я отхожу уже где-то неделю, что я здесь. Да, это абсолютно реально, абсолютно реально. Жить тоже реально хило, потому что я даже в Греции знаю таких людей, которые, ну, имеют, правда, свои яхты, они живут уже годами на своих яхтах. Но представьте себе, жить на таких лайнерах, вообще роскошь. Там они еще деньги платят, а тут вы бесплатно можете. То есть заходит человек, платит энную сумму, это $250, приглашает 5 человек, и он бесплатно может путешествовать, да? Вот мы с Олей уже квалифицированы, мы уже бесплатно получаем по 200 круизных долларов каждый месяц, за это ничего не платим, и собираем себе на наши круизы. Мы уже... Я знаю, что вы уже заказали себе круизы. Да. Конечно, да. Куда? Мы уже едем из Барселоны, из Испании в октябре месяце. Почему именно этот круиз был выбран? Потому что у нас очень активная страна в нашем бизнесе, это Испания, и президент там будет на данном лайнере. Конечно же, очень хочется познакомиться с этим человеком, человек, который работал у Энтони Робинсона 7 лет, с 87 по 94 год, и вот если просто так посмотреть на это дело, то фактически он сделал ему имя. А тренинги Тони Робинсона стоят $6000 за несколько дней. Вот мы сейчас находимся под влиянием этого человека, мы сейчас работаем, не работаем, а сотрудничаем с ним, да, и у нас огромный шанс научиться вообще. Ну, в общем, мы надеемся, что он нас сделает большими-большими звездами, которые будут ярко светить другим людям. Да. Ирина, послушай, дай мне окей.
Ты, значит, первое, у нас есть возможность вообще путешествовать бесплатно. У нас есть, кстати, мы не должны платить каждый месяц, да? Мы платим по условиям, значит, маркетинга клуба. Те, которые хотят быть членами, то есть участвовать в круизах, они должны платить $100 в месяц, и им сразу начисляют еще $100 каждый месяц. И тогда они будут накапливать по 200 круизных уже долларов, так они будут называться, себе на круизы. И когда захотят, тогда и смогут поехать. И таким образом им круиз будет в 2 раза дешевле. Но если они будут не только членами, а захотят еще зарабатывать деньги и станут и партнерами. Партнерство – это $195 один раз в год. Это вы приобретаете свой бизнес. Я повторяю, один раз в год. Да. Один раз в год за такой мощный бизнес – это вообще ничто. Это вообще копейки из такой индустрии работать. Только мне сказал, что это $16 в месяц. За $16 в месяц, ребята, вы путешествуете по всему миру. Да, за $16 в месяц вы получаете огромное количество инструментов, которые стоят $50-$70 в месяц, если вы их купите на сторонних сайтах. Здесь они вам достаются вместе с бизнесом в подарок, для того, чтобы вы продвигали с помощью наших инструментов данный бизнес. То есть настолько там все облегчено. Ирина, я у тебя попросила одну изюминку, а открылись несколько изюминок. Ирина, ты взяла на себя... И каждый вечер проводить встречи. То Ольга, есть, Ольга. И я так понимаю, что нам, мы люди профессионалы, нам ни за кем не надо бегать, никого дергать, ни за кого там юбки, шмубки у кого-то упрашивать. Надо только пригласить тебе на профессиональную презентацию. На 20 минут ты это делаешь, 20-25 минут, я уже несколько раз слышала, интересно, красиво, и человеку все понятно, да? Да, конечно. Дело в том, что каждый человек в состоянии привести гостя, хотя бы одного гостя, в один день. Таким образом, у человека будет приглашено 30 человек в месяц, и 5 клиентов или 5 партнеров ему обеспечены. Вот так я вижу сейчас развитие на вот эти вот 2 месяца. Почему именно на эти 2 месяца? Потому что они самые-самые ударные, они самые должны быть плодотворные. Компания на эти 2 месяца сделала очень серьезные промоушены. Дело в том, что у нас 30 июля отходит первый лайнер из Майами, да, где как раз будет инаугурация. И вот в преддверии этого мероприятия наш президент сделал для нас просто, ну, просто нереальные промоушены. Во-первых, мы можем стать соучредителями, сделать совсем небольшие как бы шаги. Соучредители имеют и круизы бесплатные, и почетное... как бы право, даже, ну, как бы сказать, их имена будут записаны в документы компании. То есть это будет официальное соучредительство. Что мне надо сделать для того, чтобы быть... Для этого нужно всего пригласить 10 партнеров в месяц или вот до 30 июля 20 партнеров, вот чуть меньше 2 месяцев. Всего 20 партнеров для того, чтобы я была как-то по-русски? Соучредителем компании, да. 20 человек для того, чтобы... Всего 20 человек. Вы обеспечены дополнительными круизами на 2 человек ежегодными, первыми местами в зале, где будут проходить всевозможные встречи праздничные. Бесплатная инаугурация, не инаугурация, а как это, Ирина, правильно сказать? Ну, в общем, бесплатная... Инаугурация, как это называется. У них вот сейчас первый круиз будет от клуба 30 июля в Майами, Майами-Бахамы, там будет президент и все интернациональные партнеры, кроме наших русских, потому что нам немножко сейчас для начала трудновато, мы по Европе выбрали себе круизы. Вот, а первый, это именно будет торжественное открытие клуба на круизном лайнере, где будет много международных партнеров, я думаю, мы увидим уже потом и видео, и так дальше оттуда материал. Вот, и там будет это поздравление тем, кто станет соучредителем до того времени, возьмет себе статус, да, и плюс будет в подарок еще иметь круиз на 2 человек бесплатно в год, это кроме всего прочего, да. Ну и заодно, Оля, расскажи этот промоушен, который сейчас нам вот вчера объявили.
Да, все, буквально вчера нам объявили совершенно потрясающий промоушен, и я тут же села считать, загибать пальцы, а сколько же у меня уже членов клуба в моей команде. Насчитала уже целых 11 человек, а промоушен заключается в следующем, что если в вашей, во всей команде, в 5 уровнях, неважно там, 1, 2, 3, 5 уровень, будет 30 членов клуба, то вы получаете автомобильный бонус. И этот бонус составляет $500. Если взять сейчас для России, это очень-очень серьезные деньги. Это зарплата очень крупного менеджера, какого-то там начальника отдела. Вот, поэтому дополнительная такая прибавка, да, к тому, что мы получаем еще по маркетингу. Это будет ежемесячно, вам будут добавлять, кроме ваших бонусов, которые вы заработаете при подписании партнеров или членов. То есть там еще свои бонусы. Придите на наши вебинары, услышите маркетинг. Да. Ольга, вот это... у меня нет слов. Хорошо, что возле меня стоит вода. Потому что я понимаю эти возможности. Каждый раз, когда я слушаю тебя, твои презентации, я понимаю, где я нахожусь. То есть, другими словами, тут есть возможность получить от одного человека какой-то бонус. И есть тут возможность за 2 месяца быть как ты сказала? Соучредителем. Когда я говорю про это, мне сразу задают вопрос. А сколько денег надо? Я говорю, нисколько. Наша компания не продается. Мы только должны привести сюда нужных людей, нужных компаний, нужных нам. Вот, поэтому вот такой промоушен. 20 человек до конца июля, и мы соучредители. Самое главное, говорю, что это 2 круиза дополнительных, а они, между прочим, стоят $1500, 2 круиза как минимум, да? Это $1500 в год долларов. Ну, в общем, подарками компания засыпает. Но я так думаю, потому что компания только открылась, и, естественно, кто первый, как говорится, кто сейчас нас услышит, кто проникнется, да, той информации, о которой мы говорим, тот точно будет в шоколаде, тот будет в круизах, и, в общем, я приглашаю. Мощный период, да, потому что самое главное, что этот клуб открылся не на полгода и не на год, а этот клуб открылся на много лет вперед. Почему? Потому что... Значит, я просто хотела дополнить очень важные, чтобы мы могли это не пропустить, да, сказать партнерам в будущем, что важно то, что Майкл постоянно на этом акцентирует внимание, ну и это уже проверено по всем каналам, что этот бизнес на много лет будет развиваться гарантированно, потому что у них соглашение напрямую с круизными лайнерами, с самыми огромными лайнерами, которые есть в мире, 18 этажей, 20 этажей, любые, которые есть, вы можете их все посмотреть, вот напрямую соглашение у нас с круизным клубом, поэтому они берут оттуда круизы по самым лучшим ценам. И плюс еще вот эта идея клуба, то есть это групповые, как бы групповые у нас круизы, чем больше группа, тем больше скидка. Вот откуда как бы есть возможность круизному клубу платить нам круизные доллары, да, кроме того, что там еще за этим всем еще и крупные инвесторы. Вот, поэтому, друзья, используйте эту возможность, приходите к нам, и вы будете расти с нами вместе, будете создавать свой личный шикарный бизнес, роскошный отдых, бесплатно, и будете просто наслаждаться жизнью еще много-много лет. А за это время у вас будет расти структура под вами, даже если вы этого уже не захотите, деньги будут только прибавляться, и у вас будет пассивный ежемесячный доход. То, что есть еще здесь очень, вот эта изюминка, которую мы все ищем, кто работает в интернете, да, это тоже еще один момент, который меня сюда привлек, чтобы мы не просто поработали 1 месяц, а завтра опять начинаем все сначала. Для нас важно, чтобы этот бизнес нарастал, и потом мы могли уже отдыхать и только собирать деньги. Я, например, когда начинала, я не знала, будет ли подо мной команда, я не была совсем уверена, но просто мне он так понравился, я загорелась такой страстью, что я просто сказала, даже если не будет ни одного, я буду членом ради круизов. Но я не могла не рассказать это людям. Когда я начала рассказывать, оказывается, есть и другие люди, которые имеют ту же страсть, что я, или страсть к круизам, или к морю, или к деньгам, или все вместе, или к красивому отдыху. Поэтому, Ирина Котик, как на Ольга, вы как профессионалы. И девочки, закройте микрофон.
Какие планы у нас сегодня? То есть Ольга начинает уже делать встречи, я беру на себя мотивацию, то есть немножко я буду один раз в две недели делать мотивацию и все, что связано с изобилием. Какие у нас еще планы? Ну да, сегодня у нас будет презентация буквально через 30 минут, и они у нас будут проходить каждый день. Мы также планируем сделать дневные презентации, потому что у нас есть еще партнеры очень активные, которые также хотят и развиваться, и быстрее строить команду, и стать соучредителем. Кто-то не может вечером присутствовать, кто-то будет приходить к нам днем. То есть вот наши планы очень активно. Приглашать людей на презентации, доносить до них эту информацию. Ну вот, в принципе. Ольга, как ты думаешь, какие люди нам подходят в этот бизнес? Значит, я думаю, что этот бизнес очень грамотный. Я за то, чтобы сюда приходили люди, которые хотят заработать, красиво провести время. И для меня очень важно, чтобы у меня была компания, с кем ехать. То есть, если вы такие, то, что называется, welcome, да? Да. Смотрите, я считаю, что по финансам это возможно для всех. Самое главное, правильно все это распланировать, запланировать. И любая семья, да, которая работает, муж, там, жена, двое детей, они смогут себе позволить данные круизы. Просто люди об этом не знают. И мы сейчас вот как раз в России, да, в странах СНГ, не знаю, насколько там это популярно, но в России точно круизный отдых, он даже как бы не витал нигде, понимаете? То есть мы, ну, может быть, в Питере знают немножечко, да, кто живет там. А другая часть нашей страны вообще не знает, что такое круизный отдых. Люди привыкли отдыхать там в других странах, лежать на пляже и так далее. Ну, это время, слава богу, кончилось, поэтому наша сейчас задача ввести это в тренд, в моду и сделать это очень модным, престижным. Это каждый может себе это позволить, да? Это каждый может, да, потому что если у человека нет возможности даже сейчас на данный момент, да, то у него есть возможность заработать, а мы ему в этом помогаем, очень-очень серьезно помогаем. Главное было бы желание. Ирина, Ольга, девочки, закройте микрофоны. Я благословляю Бога, что мне удалось встретиться с такими профессионалами, как вы, что есть с кем поделиться, есть с кем посоветоваться. И то, что вы ведете очень профессиональные встречи, и можно развиваться. И я обращаюсь от имени лидеров, и я сама хочу быть лидером, и я им буду, потому что у меня написано это в планах. Я хочу быть партнером компании, в полном смысле, как ты сказала, Ирина, это слово? Соучредитель. Да. Я уже 42 года не живу в России, мой русский уже. Вот. И я желаю всем успеха, я надеюсь и верю, что наша встреча всем людям, которые ищут грамотный, честный, порядочный, изобильный бизнес в интернете, понял, что ему здесь место. Что я вам еще хочу сказать, что я вчера зашла в сайт и вынула для себя фотографии, баннеры, их где-то 60 штук. Потрясающие, потрясающие, действительно, есть чем поделиться. Глаза на лоб вылезли от счастья, от удовольствия. Профессионально работает компания. Я желаю всем успеха, и я надеюсь, что мы втроем открыли для вас новые возможности. И дай Бог вам счастья, присоединяйтесь. И до встречи, не забудьте купить купальники, и для того, чтобы мы все имели удовольствие, плавали. Ах, я помню это, мы ехали на корабле, и там была возможность сойти с корабля и поплавать в открытом море, и вернуться, потом на лодочке. Ребята, много вам счастья. Если вы поняли нашу идею, что можно заработать и получать удовольствие, давайте все вместе. Ира, большое тебе спасибо. Ольга, тебе большое спасибо. И до скорой встречи. С Богом вам, присоединяйтесь к нам. Всего вам. И вам спасибо, Хила. Мы ждем вас всех, друзья. Да. Спасибо всем. Пока-пока.